Приветствую, друзья, у себя на канале. И сегодня продолжение темы Алексея Навального. Как вы все помните, Алексея отравили. Как и он сам пошутил, что он, может, сам выпил этот яд, новичок, для того, чтобы окочуриться в омском морге. Но ему посчастливилось, и он не умер, выжил. Его отправили в Германию, вылечились, и он стремительно идет на поправку. Итак, человек, который вывез улики из России, Мария Певчих. Человек – легенда, и я так понимаю, что она будет теперь с нами идти по жизни. Поэтому прошу любить и жаловать. Интервью более развернутое для зрителей, для любопытных, для тех людей, которые спрашивают и задают вопросы, было сделано на России, на канале «Россия будущего» Алексея Навального и представлена нам как вот. Посмотрите на ответы. И для меня осталось все-таки главные вопросы, которые стоило бы задать, не заданы. Прежний разбор полетов был вот здесь или вот здесь. Я все время путаю, но, по-моему, вот здесь. Да. Вот, прежний разбор полетов можно посмотреть вот здесь, по этой ссылке. А сейчас давайте посмотрим, что же такого наотвечала Мария в своем интервью. Итак, первый вопрос, самый важный. Привет. Привет, Маша. Мария. Мария, у меня к тебе первый вопрос, и вопрос на самом деле серьезный. Мария, работаете ли вы в ГРУ? У меня было два варианта, как ты можешь пошутить эту шутку, или еще я думала что-то про то, что я на этом эфире новичок. Да. Ну ладно. Это было бы смешно. Ну да, конечно. Не этот был вопрос. Не, на Моссад. На Моссад. Она работает на Моссад. Почему нет? А чем не спецслужба? Очень, кстати, себе такая зарекомендовала во многих делах по спасению, вывозу, терроризму и так далее. То есть вместо того, чтобы спросить, а вы ночевали в номере Алексея Навального в ту ночь, это вы там оставались? Он ее спрашивает вот такой вот вопрос, который вы все слышали. Ну, чем не вопрос вопросов? Вопрос. Мария говорит здесь о логике, да? О логике. И где же логика? Вот, по их логике. Они сидели в гостинице. Завтракали. Албуров, у которого есть психопатия и страсть к отслеживанию за самолетами, все время проверяет, где же самолет. И он видит, что самолет разворачивается с направления Москвы в Омск. Так? Вот. По его логике, из ресторана гостиницы в свой номер они поднимались 1:45. Почему 1:45? Ну, потому что на часах здесь, который час, в этом же ролике, который опубликовали оппозиционеры и борцы за Россию будущего, без 15:12. Так? Так. Если они узнали об этом, предположительно, в 9 или в 10 утра, как Акуров сам говорит, он не помнит, 9:10, то... Предположим, это было 10 утра, и значит, в 10 утра они закончили завтракать, узнали о том, что самолет развернулся, уехал, улетел в Омск, сел, Навального стало херово, и тут же поднялись в номер для того, чтобы все проверить, а вызвали адвоката, и поднялись в номер для того, чтобы все опечатать, забрать улики и увезти в свободную Германию. И на времени у нас без 15:12. Но еще второй вопрос возникает, который меня интересует. Какого ляда мистер Албуров ходит босиком в гостиничном номере? Не своем. Это же не его номер. То есть
он мало того, что любитель следить за самолетами и радарами, он мало того, что любитель следить за самолетами и радарами, он еще любитель завтракать босиком. По-другому я это объяснить не могу. Если у вас есть ответы, то оставляйте их внизу в комментариях. Мне будет очень интересно на них посмотреть и ответить вам. И да, не забывайте подписываться и ставить лайк. Спасибо. Это поможет для того, чтобы продвигать ролик дальше в YouTube. Мне очень-очень нравится, что они называют Машу крупненькой. Ну, то есть Маша ростом, ну, наверное, голову ниже меня. Мы даже шутим по этому поводу постоянно. Ну, и, в общем, вы можете видеть Машу. Сложно заподозрить ее в том, что она крупненькая. Но Владимир Соломьев может делать это точно так же, как и называть почему-то Жору Албурова Албуровым. Я не могу понять, почему, что с ним не так. Албуров, Жора Албуров. Запомните, пожалуйста, Владимир Рудольфович. Красота. Ну, опустили Соловьева, опустили с его разборами. Опустили. Ну так, а кто, извините, господа, манипулирует? Вы или они? Да вы все одинаковые. Абсолютно. Без разницы. Ну, только у вас чуть-чуть повестка красивей. Да и электорат, который не голосует за вас. Ну, а так... Все прекрасно, все хорошо. Но ответ все равно мы не получили. Помним об этом. Развернутый комментарий Пескова, который, если не ошибаюсь, он дает на вот, брифингах с прессой, он есть в телефоне, чтобы не ошибиться и не процитировать неправильно, не дай бог, я прямо вот с подсказкой его прочитаю. Песков сказал, что... Значит, Песков отвечал на вопросы про бутылки и вещи, личные вещи. А нет, по-моему, просто про вещи Алексея Навального. И далее он, хотя его, в принципе, не очень про это спрашивали, он оставил такую загадочную фразу, бросил, что сопровождающие Алексея лица, вывезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли. Здесь должна играть драматическая музыка. И здесь Мария, она возмущается Песковым о том, что Песков сказал, что она вывезла, или соратники Навального вывезли много улик. Но они же вывезли. В чем здесь крамола? Вывезли же, вы же вывезли. Ну, и как вы хотите, чтобы это расследовалось? Вы заходите в номер, якобы там, где отравили Алексея Навального, и собираете улики, а потом говорите, что не возбуждает дело. Ну так, досудебное же расследование есть? Есть. В чем крамола? А если вы забрали улики, то... А допустим, гипотетически, что не обнаружили яд, не нашли в анализах Алексея в больнице в Омске, а в Германии чудом нашли. Такого не может быть. То есть, а теперь Россия просит дать эти анализы Следственному комитету для того, чтобы они могли расследовать, а вы им не даете. Ну, не вы, а немецкое правительство. То есть, ну, что-то не сходится. У всех не сходится. Продолжает проводить проверку, но это просто незаконная вещь, потому что то есть она просто не вписывается в рамки закона. Нельзя продлить доследственную проверку больше, чем на срок 30 дней. 30 дней истекли. Теперь они вот вызывают тоже там нас, меня в частности, на опросы. Опять же, транспортная полиция Томска. И при всем уважении к транспортной полиции Томска, мне кажется, что ее профиль — это несколько другие вещи, как правильно замечал Иван, но это, я не знаю, кражи в электричках. Мы точно знаем, что Алексея отравили раньше, чем он сел в самолет. Поэтому при чем здесь вообще транспортная полиция, не ясно. Но, значит, они вызывают нас на эти самые опросы повесткой. Я еще обращу внимание, присланной в WhatsApp. Я получила повестку от следователя Томской транспортной полиции в WhatsApp. И главное, что я еще не успела ее открыть, а уже получила следом сообщение, которое появилось у меня на экране. Ну, я вижу, что вы прочитали мое... Бла-бла-бла. Итак, на главные вопросы мы так и не получили ответ. Ночевала ли Марина там? Мария Певчих ночевала ли с Алексеем? Почему она забрала именно
воду, окей, как она ее вывезла, почему не совпадает время, что делал Албуров в номере, не своем, босиком. Мы на эти вопросы ответы не получаем. А если их задаем, то мы нехорошие, мы пропагандисты, и мы люди, которые не хотят прекрасного, светлого будущего в России будущего. Нет, дорогие, так не пойдет. Это неправильно. Вопросы нужно задавать. Нравится вам это или не нравится? И если Навального отравили, то должны быть расследованы все. А если вы прячете улики, то вы соучастники, получается, отравления, потому что по-другому никак. Ну, логично или нелогично? Что вы думаете об этом? Ваше мнение? Потому что это все обсуждает мир. Ему очень интересно, как великий Алексей Навальный, непобедимый, почти бог, будет показывать и доказывать, что он был отравлен. Не знаю. Для я вижу в этом полный абсурд. Итак, спасибо, что были. Ваши комментарии внизу. Всем peace. Всего хорошего. Честь имею.